На orinograd.ru начинается град новостей. Непогода в городе засыпает улицы, автомобилисты следят за ситуацией на трассах. Утренний пожар в административном здании, ЧП произошло на проспекте Дзержинского. Артем Гузаревич вновь попросился на свободу из мэрии. Из-за бездействия коммунальщиков в многоэтажке по улице Пролетарской в квартирах идет дождь. По делу предпринимателей, которые обращались к президенту, допросили ключевого свидетеля. Осторожно, в Оренбурге фальшивые купюры. Подробности читайте уже в ленте, или они вот-вот появятся, следите за обновлениями. Град новостей. Коротко о важном. Подробности на видеопортале orinograd.ru. Ссылка в описании.